Кто меня убил? Тихо-тихо-тихо! А, это, блядь, не Витя. Кто здесь? Паша, стой, Паша, стой! Все. Стой, Паша. Чё, на тебя тут не убил? Ходи ко мне близко. Тут никого нет. О! Так, если я утону около вас, я вас убью, знаете, с этого. Вон это. Кто? Милхаус? Чё за Милхаус? Милхаус из Симпсонов, я помню. Он пятерых убил подряд. Витя, блядь, это я, скорее всего. Вообще, блядь. Это Милхаус? Да, нам еще раз два. Смотри, давайте ее позовем в тусовку, это, видимо, тёлка. Кто? Милхаус? Паша, это я, ну что ты делаешь? Тебя убили? Нет? Паша, сзади я, Паша, не бойся, это я сзади. А с чего ты взял? Давайте позовем. Позовите Дану 42 к нам в тусовку. Зачем? Сам позови. У тебя же девушки нет, хотя у Мити тоже вроде. Артём, хватит! А, это не ты. Это Милхаус. Ты где вообще, Мить? Я умер, меня Милхаус убил. Это скорее всего Дана, у которой между ног член с яйцами висит. Это я к вам бегу, слышите? Я бегу, не стреляйте. Это я. Врёшь. Давайте махать всем или танцевать на это. Давай. Вот мудак. Сука. Ты видел, Паш? Конечно, видел. Не только видел. Читак вонючий. Ну, я хочу на первое место просто. А ты кто на? Пошёл в жопу. Такого больше не будет, я обещаю вам. А, не, я успел. Даю вам честное слово, что я так сделал. Меня убило это. Ты не сможешь ничего добиться, Мить. Вот я хотел последнее и получил, а ты недостоин. Чего я хотел последнее? Ты меня в прошлом раунде под конец меня в спину убил. Ну, а, да, я был не последний, короче. Ну, я тоже не последний. Сейчас последний. Тёма. Тихо. Гранату кидает козёл мне под жопу. Ну чё? Вон, смотри. Вон, Митя. На. Блин, ты не хочешь на это? Вот вы где сидите. Нет. Паш, там Golden Gun. No хаус, Golden Gun. Паш, тебя что, убили? Нет. Тут сзади тащит, короче. Это я около вас, слышите? Это я около вас. Где ты? Это ни хера не ты, это Милхаус. Это я, да Паша, короче, я стреляю в жопу ты. Ой, friendly fire, прости. Heavy ammo inbound. Я на крейвике. Не убивайте меня, я на крейвике. Как меня Дана стреляет. Heavy ammo available. Сам позови. Тихо! О, бля, Паш, прости. Нежнее надо быть. Ладно, не сразу. Блин, ты сука. Ну, Паш, я честно на них не смотрел. Вот честно. Это я. Всегда знаете, что это я. Гаси его, тё. Let the sting of this defeat feed your fire. Видишь, Паша, мне дали пушку, а тебе не дали. Потому что ты с Артомом говорил. А мне еще не показали, кстати, даже. Все, уже всем показали, кому пушки дали, кому нет. Мне вот инграмку дали какую-то. Вот за то, что вы объединились против меня, я сейчас против вас объединюсь сам с собой. Вот у вас нагибать. Дэн.
ты не хочешь с нами повеселиться? Ну и зря. Ой, да ладно, что там не видел. Веселье. Блин, у Хантера осталось 1, 2, 3, 4. 4 обилки скачать и все, и хватит. И можно играть. Нашла банк. Огурчик. Павлик, ты будешь курить кальян в воскресенье? Конечно, буду. Ты один будешь опять? Или да. С Надей? Да, один. А почему один? Надя работает. Паша, ты возьмешь с собой фотоаппарат? Возьму. Если не забуду. Я не поеду. Тогда я не буду брать свой. Бля, Паша, хоть бы ты его забыл, если честно. Да ладно, офигенные фотки были. Мне нравится, что вот Паша скинул вот этот свой Яндекс.Диск, и там последние две фотки, где Артём такой сначала стоит, улыбится, а потом еще и подмыгивает. Подмыгивает. Или вообще я чемпион шашек. Или где он это? Где он шашлык и ешь, Артём? Пошёл ты. Чемпион шашек. Я тебя выиграл, потом чемпион шашек. Ну ты уже не смог бороться за первое место. Девятикратный чемпион. Дружеский матч такой был. Ну Серёжа выиграл, он мне вообще ни одной шашки не съел. Фолос Виктори было. Вообще. Аннигилейшн. Да, аннигилейшн. Вообще ни одной шашки. Митик, побежали на Б. Да, тут надо на Б. И я тоже. Я бегу на Б, если что. Я на Б бегу. Не убивайся мне. Тихо. Паша. Кто? Ангел Фонгар. Я на Б сижу. Я на Б сижу. Не убивайте меня. И, а я подхожу. Это я. Это я. Она здесь? Алло. Их здесь много. Я, Артём. Я. Бля, Дана бежит. Она за тобой идет. И я тоже. Она за ящиком слева. Она за ящиком слева. И Паша слева. А чё у вас у всех дробаши? Когда мне дадут пушку? И я на Б. На Б. Ну почти. Это я, это я, это я, это я, это я. Ты что, глухой что ли? Он говорил тебе, когда еще не пришел сюда. Урод, Митя. Вот ты вообще. Там с двух сторон бежали. Я думал, он с другой стороны идет. Короче, понятно, не отмазывайся. Ты чмо, Митян? Митян, ты просто чмо. Ах ты чмо! Я же сказал, что буду вас убивать, убью. Объединились они против меня в прошлом раунде, видели. А чё ты свалил-то с Б, я не понял. Я дойду за тобой такой, а тебя нет. Застрелю. Сейчас приду, жди меня. А я уйду. Куда ты уйдешь? Ты мне прийти, как говно сверху упал. Кто это? А, там мешает мне хрену расправиться. Позови её в тусовку. Да позови сам, заколебал. Она не идёт, она идёт. Ты уже позвал? Она мой пойдет, да? Да. Сейчас позову. Вот если она не придет. Да. А если придет, то что? Heavy ammo on the way. То ты поженишься на ней. Да, на Дане. Даже если это не будет. Она меня убила, она занята. Я вот на Б, я на Б. Ты где вы, пацаны? Какая у тебя разница, где мы? Ну идите сюда, я на Б. Со своим дробашом. Эх ты.
студент нас убил. Чё, дабл килл что ли сделал? Угу. Тём, ну ты чё? Мы ж Митю убиваем, ты забыл? Где ты? Кто? Кто здесь? Я только Митю убил, и Паша выбежал. Видел, Паш керится. Паша ждет, пока ты... Паша в углу там сидит и ждет, пока ты меня убьешь. Потом заходит, такой, ну где ты, где ты? Я уже прибежал. Тём, ты чё? Совсем страх потерял? Нет. Да, но убил так, что она вниз упала. Тёма, ты такой же негодяй, короче, как и Митя. Да, ну, хороший. Семёрки мои побежали. Оп. Вы её позвали или нет? Я позвал. Зови её тоже. А как? Нажимаешь options, нажимаешь roster, view profile и там в тусовку позвать. Инспекция? Мне надоело. Мне нужно... Нет, там view profile и будет... Здесь нет кнопки view profile. А, вот. Есть. Я отправил. Слышь, не умничай. Легко ему. Ща я надеру твой анус. Да, блядь, это Дана заебала. И в этот момент она входит, короче, в тусовку. Слышь, кому там... Анус сейчас не берешь, Паша. Кто здесь? Разве что себе его не берешь. Блядь, Миша, это я. Ну а чё ты не предупредил? А чё ты сразу вылетел и стрелять начал? Да потому что враг на радаре. Heavy ammo inbound. Это я, Артём, за тебя я бегу. Ещё кто-то. Блять! Она, кстати, подождала немного, прежде чем шмальнуть в тебя. Defeat is imminent. Я опять на бой бегу. Что там? Она сама себя убила. Я на Б, Митя, я на Б. Это я. Подожди, дай я тебе бэкстеп сделаю, не сумел удар. Нет! Подожди. Нет! Ух, блядь. Стой, там тихо. Бля, сверху Дана, я убегаю под кустами, ты разбирайся. Разобрал. Там еще один мешал уже. Их там двое. Паша, блин, говно, начал меня стрелять, если бы он меня не продамажил, я бы сейчас это мелкался, убил. Ага. Вон там, тот на Б бежит. You may be defeated, but you must never surrender. Паша недолёт мальца сделал. Зато я тебя попал. Да, сейчас где моя пушка? Два убийства, 12 смертей. Нормально. Серьезно, так смешно в детстве уже давно не было. А всего-то надо было в Рамбл зайти. Тут-тру-ту-ту.
Что за ветер? Кому-то кто-то что-то прислал. Не мне. И не мне. Значит, либо Дэну, либо Артём. Нет. Какая у меня очка? Фу, блин. Обжался, теперь живот болит. Ходи в туалет. Чё, не могу посоветовать? Я сказал, живот болит, а не срать хочу. Порой это взаимосвязано, знаешь ли. Сейчас я возьму посылку с ранним прорывом. Потому что мне балки. Все, Паша, я больше не буду вас убивать, честное слово. А я буду. Мне же больше некого. Ты специально приходишь к нам, так увидишь эти яйца, я их убиваю. Бамбл. Конечно. Сейчас надо Артёма быстро найти, пока он... The enemy is everywhere. Я думаю, кто-то успеет раньше нас. Я уже сделал. Тут еще один чувак с базы прибегает. Гидана. Я ее убил. Тут еще нету базы. Как он с базы? Что, Дана не приходила? Собирайся. Она мне написала сообщение. Why do you need? Митя. Паша. Я убил Дану, а ты нет. Я убивал его в этом раунде. Я еще ни разу не видел в этом раунде. А что значит why do you? За что? Чего войду? Наверное, она и написала, почему ты это делаешь. Чего она написала? Войду? Войду? Ой, блин. Вай. Чего? Она не походу не войду. Да. THIS. А, ну это она типа сленгово написала, как мы пишем, типа спок, смысле. Она написала, зачем вы это делаете? Зачем вы мне зовете? Напиши... Because вот, you're beautiful. Go party. Go party. Напиши because we can. Для Мити это я. А, нет, это она. Не, напиши просто... Because we can? Напиши... Нет. Напиши I want to speak with you. Я хочу поговорить. А как ты что want? I want... W-A-N-T. Кек. Скажи кек. I want кек, Маша. Смотри, Дэн, Шрек. Последние две буквы ЕК. Их просто берут, зеркально получается кек. Значит кек. Кек, ну это типа лол. Если она зайдет в соцовку, выгоните ее, если это мужик. Если это мужик, то выгони. А если это баба, то что ей сказать? Hello. Скажи, что ты ее любишь. Я ей скажу, о, your voice is so beautiful. Like a flower in my garden. Like a beach. Да это я, блядь! Извини, честно. Ну, наконец. Heavy ammo on the way. Это я! Нет, Дана, тут Дана! Ундук! Heavy ammo available. Это не Дана, блядь. Где? Мисс, это я. Блядь. Это я, это не я. Кто стреляет? Позови ее еще раз. А ты не сразу? Да. Что ты написал? I want to speak with you. Peach. Like a boss? Like a bounce. Like a bounce. Слушай, надо ее еще раз позвать. Теперь тоже интересно стало. Выключи бабл бас. Что? Thank you.
вместе. И знаю. Это песня такая, подобная. Пузырчатая жопа. Паша, блядь, истребитель, лети, блядь. Ты чё, ставишь лицо, блядь? Ах ты, ой, жопа. Значит, Мить, прости, я меня подбил, да? Нормально. Ой, Дана меня убила. Дана, кого я подбил? А. Что ты чё делал? Я на Пашу смотрел, он в стенку улетит, короче, не может запрыгнуть. Витя, добивай ее, она вон там, короче. Это Артём был, а не она. Наврал. Слышь, Артём, он нас отравил друг с другом. Да-да-да-да-да. Тварь его теперь наказывает. Кто? Вы про кого вообще говорите, я не понял. Тебя. Каким это образом его отравил? Так как говоришь, добивай её, а это Артём. Вы чё, серьёзно? Ты видел, я её добил кулаком. Артём! Дана рядом, я вас перекликал. Где вы? А мне перезарядка была. Я всё упал. Че, у кого фонит так? Это прям камера включила. Просто нас спалить не спили. Вы слышите, кстати, вот здесь друг один сейчас, слушайте. Что такое? Да, ну убил. Позови Дану в тусовку, напиши, что ты ее любишь, пусть идет сюда. Паша, ты я не знаю. Я уже позвал ее в тусовку. Почему нельзя? А, не идет. Напиши ей что-нибудь. Heavy ammo inbound. Напиши ей. Артём! Не бери мой хэви, поставь мой хэви. Heavy ammo available. Известно. Дана пришла за нами. Позови ее, как усовываешь. Че? Она боится тебя. Let the sting of this defeat feed your fire. А что такое Apercut by Low? А меня убило, давай кто-то. Так, а у меня одна обила покачалась. Да, да. Выходи. Не идет в тусовку. Напиши, что-нибудь приятное, что он нашла. А вдруг это тип? Ты ему напишешь что-нибудь приятное. Кто? А вдруг это мужик? Я напишу, что мы просто хотим поговорить. О, Дана. Выключите, у кого фонит. Hello. О, висок you're a woman, but you're a guy. Go fuck out of here, please. Like a butt crack. Это ты, Витя. Ой, Витя. Митя, скажи ему, как сапожник. Иди нахер отсюда, говорит. Да я ему напишу, ты типа, я ему напишу, you're not beautiful woman. Я так думаю, стримит. Rumble. Че, он остался здесь? Да, не, но из тусовки вышел. Че, он репорт нам начал. Что-то начал там говорить, что-то fucking fuck. Я не знаю, у тебя голос как
Да, это я уже слышал. Митя, ты что делаешь? Это ж я. Еще я не стреляю. Спасибо. Точно? Ах ты, я так и знал. Митя, я его казнил. Спасибо. Lost the lead. Сейчас Дана будет нас убивать еще жестче, чем в прошлом раунде. Митя, это ж я. Ну да. Я так расстроился, Мить, кстати, от твоих слов. Какие? Что он типа не женщина. А-а-а. Что у него так полюбил себя. Я ему тоже написал, юнат, или по-другому. Кто это? Артём, это я не стреляю больше. Нихера себе. Да убей ты эту Дану. Как можно назваться пацану Даной? Смотри, пересекает на нас Федик, вонючий. Напиши на том Федик. Вонючий. По-русски? Давайте еще кто-нибудь подъем. Даблдаун сделал. Давайте Ундака позовем. Давай. Ундак. Скажем, что его ник рифмуется с знаменитым русским словом. Да? Он... Че, Гизер? Блин, нам нужно зайти в какой-нибудь стрим и позвать какую-нибудь тёлку в этот, блин. Пати. Ну давайте, что вы делаете, типа. Давайте вызывайте, Дэн, твой фигин. Вызывайте меня, тёлок. Знаете, не больше тёлок. Да, Кристин? Это я! Heavy ammo, он не хотят вызывать мне тёлок. Прикрой меня, Артём. Спасибо еще раз. Я вам не зайдет, блин. Да, это по-любому не зайдет. Он сказал нам, что мы паки и ушел. Ого, Паша, ты там что-то напихнул. А, это да. Тихо, а это я! Извини. Зачем ты меня стреляешь? Зачем ты меня убил, когда ты не спал уже стрелять? Я думал, что ты еще раз убил. Я же перезаряжаться начал. Это я! Это да. Я отомстил же тебя. Это Дана! Митя! Ого, Паша убил Дану! Ох, ты тебя убил Пашу! Это теперь я король. Где ты так еще повеселился? Тихо, это ж я меня убил. Это ж я. Это же я. Это ж я и убил меня. Это ж я. Он убил меня. Я не убиваю. Нет, ты что там с Даной переписываешь? Да.
Ой, ты понял? Понял. Пойдем. Это долбанная Гана. Heavy ammo inbound. Что-то вы как-то это приуныли, я вас обогнал уже. Нифига себе, ammo available. Ой. Это пустит за мной. А зачем ты меня убил? Я думал, это не ты. Nearly lost. Нет. Хорош, бля, когда нас кидает. Вот это не я уже. Да я уже понял. О, Паша удалил его. Как написать ему «заходи к нам»? Зачем? Так и напиши. Опа. Это Митя вчера типу пишет. Да заходи в тусовку, не бойся. А чё, нормальная пушка? Ил-вил. Ну, если ты ее зарефорджишь, то в PvP очень хорошая. PvE нет. Блин, мне да, написала сообщение. Чё пишет? Чё, сейчас прочитаю, чё пишет. Что-то, наверное, гадкое. Он пишет, I have big dick. Я рад за тебя. Напиши, я рад, I have a bigger one. Вы написать, I have a bigger one? Блин, что-то как one или как пишется one? One, one. О, нет. I have a bigger one. Придурок. I have a bigger one, придурок. Да, пусть Google. Или ты меня наебал? Ну, переводится, что у меня больше. По-моему, он прав пенис какой-то. Он к тебе просто зашел и пишет, у меня большой пенис. Так, чем ему написать? Чтобы он там в тусовку заходил. Как написать тебе? Сейчас, секунду. Чем по-русски он транслится? А чё, вы его сначала сказали, иди отсюда, а потом говорите, давай к нам опять. The enemy is everywhere. Короче, я наверное Паша, это последний матч? Угу. Но мы же только начали веселить. Мы же только данных назвали. Она, кстати, здесь. Опять. Это он. Это оно. Для нас это навсегда оно будет. Короче, из-за кого фанит? Кто положил наушники Паша. Рядом? Паша.
Как дела? Как дела? Ты фонишь. Блять, да, на отлично. Ой, пардон, за мой французский. Нормально же общались. Я чё-то не понял, а почему, когда я убиваю прогресс, он жизнь не забирает? А чё Кристина там смеётся? Вы чё, стрим смотрите? А, не смотрю. Паша летит такой, не стреляет меня, по сути, меня смотрит. Паша из команды. Ого, Витя! А, это Дана. Давай не помощи тебе этому. И зачем? И зачем? Мы же друзьями. Вот именно, вот эти, вот мы. Вот ты сам мне стрелял. Паш, Паш. Как дела? Как дела? Ок. Митя! Блин! Митя! Все, все, все не стреляют. Я тебя убил, куда она? Heavy ammo inbound. Да, Дана возьмёт, строит вены. Потому что Митя я написал, что она... А, нет, это я написал, что она... Строит вены в причине, что эти русские парни не, больше не любят меня. Не считают... Ну, я думаю, он не успел понять, что мы русские. Может быть. А то, что нас против не русские. Чё за фигня? Это у кого там кишкоблуды завелись на ночь, дядя? Сейчас горел так. Кристин там есть. Кишкоблуды. Дану убил. Артём убил. Ой, ты, прости. Ну, теперь у меня РДС нормально, жизнь забирает у всех, кого... Я тебя, мама, я знаю. Что? Что? Ваша? Ваша? Чё не так? Ух ты, бля, хамуха, да, она пришла, бля. Во как хорошо прогресса убивать тех, кто с торгом, сразу жизнь устанавливается.